Все, всем привет! Меня зовут Артем Ухаров, это Михаил Чушев, мы на заводе. В прошлый раз мы смотрели Arm Triangle, сегодня покажу, как выходить на Arm Triangle с проходов. Некоторые варианты, как можно людей ловить на проходе. Так, первое, к примеру, вы делаете проход не слайд, да, то есть где-то здесь, разные захваты у вас могут быть, там, рукав или отворот, неважно. Также вы можете просто упереться головой ему в челюсть. Очень классная вещь, она ломает осанку, то есть так человек обычно хочет быть комком, да, то есть залезать под вас, под ногу, там идти в сингл-лег. Такие вещи делать, да, обратно. Да, и чтобы у него это не получалось, я могу просто головой упереться в челюсть. Тогда у него осанка не работает, и ему очень сложно делать такие вещи. Да, руки вы можете контролировать бицепс, например, этот, там, или этот, неважно. То есть я упираюсь, и у него бывает реакция, что он хочет, да, мою голову убрать, как Стефан, то есть убрать мой вектор давления. Да, вот когда он давит, смотрите, я могу рукой, да, не снимая давление, просто поднять его локоть и нырнуть сюда. Да, нырнул, взял захват, желательно вот здесь подмышку, да, за подмышку. Рука мне нужна для баланса, потому что если я возьму здесь, он может качнуть меня в ту сторону. Туда-туда-туда. Да, я на носу упаду. Поэтому... Голова, смотрите, голова, если здесь, он просто локоть поднимает, да, и. Да, и рука выходит обратно. Поэтому обязательно головой вниз. Рука для баланса. Можно встать на голову, можно просто рукой. И дальше может быть проход сюда, а может быть смотрите, другой ногой я прихожу в эту сторону. Да, еще раз. Может быть таким образом. Или. Второй ногой. Ну и дальше беги. И как в прошлый раз подняли локоть и вдавили. Еще раз. Слайд. Давление в челюсть. Он начинает убирать корпусом. Видите, рукой и корпусом поднимаю локоть и ныряю вниз. Рукой, соответственно, ныряю под голову. Захват. Подмышку, опора ногой, меняю сторону, низко, поднимаюсь и вдавлю. Окей, следующий лег-дрек. Тоже, то есть мы делаем лег-дрек, да, кому как нравится. И дальше где-то вот на этой стадии, да, я хочу брать захват, да, чтобы прижаться к нему. Бывает, люди выставляют, да, стифарм, фрейм, не сложно, да, он начинает вставать на локоть, например, начинает защищаться, уходить и прочее. Тут уже я могу его упустить. Поэтому, когда я прижимаюсь, он может выставлять руку, да, я даю давление и просто сбиваю в сторону и сразу падаю вниз. Залез. Тут разные варианты, да, вы можете пойти сюда, здесь его задушить. Можете поменять сторону, пойти сюда, и потом классический вариант сделать, в зависимости от его реакции. Слэк-дрек, хочу прижаться, он не дает давление вниз. По той же схеме, за плечо, голова вверх, опору, опустился, поднимаюсь и вдавлю. Лег-дрек, когда он хочет убежать от вас черепах. Да, я делаю лег-дрек, сейчас я с него снял кимоно, но обычно я хочу взять захват и спрятать свой локоть. Да, то есть если локоть будет здесь, он сможет спрятать руку. Ну, просто спрятать руки. Я не хочу, чтобы он прятал руки, поэтому я беру захват здесь. И в данном случае, если он будет убегать от меня, видите, рука будет поверх. Я смогу нырнуть, да, взять захват за рукав. Вариант, который мы делали в прошлый раз.
да, здесь его задушить. То есть отсюда есть локоть к себе, да, я прижимаю, если он уходит, я ныряю тазом, да, и ловлю его здесь, может быть, спина. Что там, кто прощаться? Всем? Peace.